Кукуруза, космонавты, шары с лицами глав государств и 60-летние младенцы. А мечи собрали уникальную коллекцию советских новогодних елочных игрушек. На экскурсию в местный КТОС приглашают школьников и всех желающих. Сейчас игрушек здесь уже более 400. Самым раритетным более 80 лет. Фигурки Снегурочки, ребенка, совы и петуха, изготовленные из папье-маше. Такие выпускались в 40-е годы прошлого века. В 60-е стеклодувы, отвечая на запросы времени, сосредоточились на ракетах, космонавтах и, ну, конечно, кукурузе. Есть в коллекции старинный Дед Мороз, который чуть было не оказался в мусорном контейнере. Самый старый Дед Мороз – это вот этот. Издалека он кажется, что у него тканевая шуба, все из ткани. На самом деле картон прессованный, лицо из папье-маше, борода, усы – все это из ваты. Вот это самый старый Дед Мороз – это эпоха 50-х.